Всем еще раз добрый вечер, дамы и господа, с вами студия Рухаб, Смайл, Миндгот и, конечно же, Юсель Пролига 8 сезона. Команды BIG и G2 будут сражаться за те самые 3 поинта, может быть, даже за 6 поинтов. Первая карта даст 2, вторая — The Cash, ну и теперь у нас BIG в атаке, G-Sports будут обороняться. И уже пистолетка пошла, Тапсон. Тапсон, Шокс, отличный выпад на Тапсона, в банке минусует его. Потеряли одного из самых главных бойцов своего коллектива BIG. И выход по лангу. Выход по лангу. Бади там стреляется. Бади жилой хэдшот. Нужно отходить поглубже. Шокс. Ну, есть еще силы. Может, и нечитаемые позиции на самом деле. Может, его тут и не прочекают. Шокс. Ну, да, Шокс. Бади до последнего. Они этого прочекали нормально. Кеннис красный. Его тоже должны забирать. Не успевают. Так забирает Бади тоже хэдшотом. Кеннис последние 4 хп остается, уходит в сити глубоко. И чтобы по шарту у нас прорвался тоже Смуя. И хорошие 2 смока, и просто великолепный выход от BIG на аплент. И 3 человека, 2 человека у нас будет выходить через шорт. Отлично. Хэдшот, Смит ставит. А еще попробовать кого-нибудь. Гоуби находится на подъеме. Непосредственно в пленте находится Next. И посадочка вполне возможная для экзистенса. Но какие же красные французы. А тут флешка полетела. Есть информация. Есть информация. Гоуби до конца не открывается. Тизин забирает красного Кенниса. Экзистенс последний тоже без армора. Смит одно хп забирает его. И последний 18 хп остается Экзистенс. Есть у него диффуза, есть у него... Гнать пойдут его. Да, Next пойдут на поисках. Забирать. И хороший стрейф, короткий. Экзистенс не среагировал. И Next его забирает. 1-0 для BIG. Хорошая атака. Да, весьма неплохо. Учитывая, что начинали вообще в меньшинстве, то провели все это дело довольно бодро. Не получилась та комбинация из-за бокса и, в общем-то, на ланге. Вроде как пытались развести и взять в Crossfire, но вышло все не так. Шокс как-то встал так, знаешь, агрессив именно тупо в угол. Ему нужно было выходить. Как-то мансить, может быть, да. Брать какой-то угол, возможно, под 45, да, на этот градус и пытаться отстрелить, потому что все-таки это юсп. Выходящих на тебя людей легко отстреливать. Шакса здесь отстреливают. Вот сейчас его дигл не пошел. Ну и 2 человека, наверное, будут уходить чуть ли... Не, на сейф не будут, но сити будут пытаться выстреливать здесь Кеннис. Сейчас будет шить. Опять смоки сейчас полетят на просвет. Двойные, наверное, вот первый. А просвет-то есть? Просветик есть, да. И туда, наверное, будут сейчас выстреливать нас ребята. Вот он. Вот она пошла стрельба. Смок куда-то шьет. Тапсон и Некс делают по самому минусу. Друг по другу уже шьют, нормально. Кеннис 6 хп. Кенниса тоже тут нашили. Последний у нас Экзистенс, который со спины. И... Этот просвет сработал в итоге в 2 стороны. BIG тоже имели шансы. Они, в принципе, его реализовали более чем полностью. В этих перестрелках Гоуби своим P90 так и не смог ворваться P90. В стройку. Я давно не видел, кстати, в компетитив P90. Он знает, что он любит эти оружия брать? Гитрайт, он любит нестандартные. Либо дульки, P90. Как это ново залетает. Ново, да, какая-то, которая сейчас ее, кстати, фиксанули. Она очень нормально кучно стреляет. Ну там, да, кучненько начала стрелять. И дробовики все больше и больше заходят. Единственное, что... Мне кажется, по полторахе надо с убийства брать, тогда будет. Вот Сайвет как-то вот не пользуется. Заметил здесь даже Экзистенс вообще. Ну по чутюлечке тут уже Смуя. Один хедшот только повесил по Смуе. На АВП себе фармит Смуя, пока не хватает денег. 5-0 идет Next. Отличное начало было для него и в пистолетном раунде, и в этом тоже постарался. Ну а G2 Sports будут закупаться дефолтные первые арморы Эмки. Смотри, где находится 7-й номер, и это будет быстрый выход на Б. Вот под 90 я прям нет. Эх, не побежали. А такой классный спаун у Губи был под его под 90 на Б вылететь. Раш на Б, пацаны, погнали. А смотри, смотри, на Б, пленте вообще никого нету. Если бы они туда вылетели, они вылетели бы на пустой плент. Ну, кто же знал, Шокс. Что же поджим от Ричарда по получается. По разменивает Тапсон Шокса. Это так и не сработал этот по 90. Это хороший размен, на самом деле, потому что потеряли по 90 и потеряли Шокса с эмкой. Да, эту эмку можно подобрать, хотя Смуя по 90. Можно будет потом... А, уже поменял Тапсон, выгалил на эмочку. Выход на зигзаг, здесь сразу же парная работа. Не получается убрать Тапсона, Тапсон сам... Сметает Экзистенс, еще и Кеннис очень неплохо наваливает, 4 в 3. На мидле только один Смит забирает Смую, в размен уходит сам. Ну и теперь мидл и бэплент абсолютно открытые. Команде G2 Sports можно просто уходить на сейв. Моментально быстро. Если, хотя, подожди, если да. Посадка вот эта не сработает, она не сработает, потому что Next стоит близко, хотя сейчас он начинает потихонечку открываться, слышит его. Слышит его Next. И, скорее всего, он читает эту посадку. Кеннис, прострел. Слышал, как уходит здесь Кеннис. Можно дальше пошить, попытаться, потому что смог уже рассеялся. Под эту флешку. Да, должен забирать. Да, забирает здесь Кеннис. Не дает ему заставить снайперскую винтовку. Бади, минус на экс. Но его будут здесь зажимать. Вдвоем. Тизин уже в сити. Хорошо, хорош. Бади. Китов нет. И позиции Тапсон тоже не знает. И в этом большая проблема. Бади топает очень сильно. Бади погибает, получив в ухо. Вот Тапсона 3-0. Начало для BIG более чем достойное. Ставит еще и Калашников. Да, размены, конечно, были сумасшедшие в плане экономики и девайсов, но все-таки из G2 вытрясли
Из G2 вытрясли вчера Астралис. Все. Они их просто как мешок колотили. На двух картах, на Оверпасте и на Инферно, Астралисы G2 просто не понимали, что с ними происходит и как вообще играть с этой командой из Дании. Смуя берет себе СГ-шечку. Обычно GoBee действует с этим девайсом, но тот Смуя решил. Зачем нам снайперская винтовка, если можно побегать с СГ-шечкой, потренировать данный девайс и... Так, пошли флешки, идет перестрелка, 3 человека у нас на ланге, 4 человека у нас на ланге, но Next делает минус, Тапсон делает минус по Кеннису, выход дальше, Тапсон не отпускает здесь экзистенса, надо чекать здесь Шокса. Спиночка! Шокса никто здесь не проверяет. На кабанчика кого-нибудь нужно. И Тизен не проверяет. Можно кабанчик, на самом деле, и это будет в плюс экономике команды G2. Кабанчик, ну посади Шокси. Его, посади его. Да, GoBee просто с маг-10, он хочет калаш. Слишком легкая жертва. Ну и Шокс. Ну хотя бы одного Шокси. Но 1500 были так близко. Это GoBee подпрыгнул просто. Шоксевич подпрыгнул. Ну да, вешает хэшот по Смою, но Смою его забирает здесь из СГХи. Последний Смитс. Тапсона, по-моему, он тоже видел. Здесь читает его, но там уже Некс будет выходить на хелпу. Видит, нет? Да, видит. Видит. Тапсон не будет до конца открываться, не хочет под этот перекрестный огонь вставать. Хотя открылся в последний момент и делает великолепный хэшот по Смитсу. 4-0 для команды BIG. Мы потеряли только одного GoBee, который был с МакТеном, поэтому небольшая потеря. Снайперская винтовка у Тапсона в руках. Есть также АВП для Кенниеса. Мне очень импонировало в последнее время, как Кеннис действует с АВП. А мне наоборот. Были матчи, где они сражались, по-моему, против команды Fnatic. Походу ты на эти матчи попадал. Я попадал именно на матчи, где Кеннис вообще не работал. Кеннис 30 фрагов просто выдавал на... Как раз таки, по-моему, на 22-м против Fnatic, если не ошибаюсь. Бадди успевает пройти у нас яму. Тапсон минус Шокс. Опять у Шокса вообще игра не идет на этом лонге. Надо читать. Читать здесь Бадди. А вот нечего прыгать. Слепой. Надо его здесь зажимать. Молотами откидывает всем, чем можно. Некс его тут забирает. И остается два человека. Кеннис по Тапсону. Хороший минус. Сейчас может его... Да, Сму его здесь на жестком выходе убирает. И последний Смитс остается, который, скорее всего, будет уходить на сейв. Хотя Смуя... Ой-ой-ой, хедшот великолепный. Смитс GoBee убивает где-то там в районе машины. 5-0 пока не получается у G2. Ничего. Отдают пятерочку. Хотя, опять же, атака на Дасте втором довольно примечательная сторона. Хотя, с другой стороны, у G2 получается на Дасте втором лучше защита, нежели атака. Но вот пока что этого маневра не видно абсолютно. Ну, атака, опять же, пока доминирует здесь. Да, более чем, и денег не хватает. И, опять же, GoBee, не стесняясь, покупает себе фармганы. Быстрый на Б, походу. Ура! Ой-ой-ой, Existence просто пожал. Вдвоем они эту нижнюю темку. GoBee здесь убивают. И пачка валяется у нас нижней темки. И вот это раунд сейчас будет. Вот она, пачка. Еще дропает девайс, чтобы как раз не подставить Existence после стрельбы с Титаника. Тапсон. Тизен и Тапсон остался. На самом деле эти парни могут брать сейчас раунд, поэтому тут не все еще потеряно. Смотрим на продолжение 6-го раунда. Ну, чтобы за пачкой сходить, нужно, чтобы игрок через нижнюю демку помогал своему тиммейту, иначе там кроссфайр и просто Тизен не будет жить. Вот он Тапсон, который пробирается постепенно, игроки команды не могут помочь своим тиммейтам, они нужны. Экзистенс, хорош. Тизен, минус первый. Смотрим. Калашки есть, армор есть у главного Тизина. Кеннис подбирает снайперскую винтовку. Очень хорошо сейчас. Ну, молик хороший залетит. Еще минуты есть. Главное пачку забрать. И сейчас можно разыгрывать. Все. Пачку забирает. Цап, и побежал. И можно на Титаник уходить, на самом деле. Но Тизин решает играть через нижнюю темку. Ну, в принципе, правильное решение, учитывая, что мы видим по карте. Это два игроков на точке Б. Там Калашников плюс Дигл. У Кенниса очень нестабильная стрельба, на самом деле. И поэтому услышал, по-моему. По-моему, услышал в нижней темке. Ну, это, да, вот сейчас точно услышал. Топотун. Тизян. Ну, там смог, отличный смог. И уже Кеннис мчится. 20 секунд. Не успеет. Кеннис уже в позиции. Нужно попадание. Заметили его. Кеннис мажет, да ладно. Он нестабильный, я тебе говорю, он нестабильный. Нестабильный снайпер. И сейчас Тизян вообще этот раунд еще может взять, потому что экзистенс 10 секунд. Ну, видишь, там будет хорошая работа, лонг плюс... Хотя на лонге Дигл, если не попадаешь с первого раза, тут разворот-поворот, целится, раз-два, не получается. И тиммейт не вышел, что немаловажно. Экзистенс получается по голове. Какая плюша сейчас от Тизена! Хорошая плюша, но Шокс забивает. Шокс справляется. Ой, какая там действительно плюша была. Какой сейчас префайр был, и просто с первой, бам. Но нельзя такие раунды, на самом деле, отдавать BIG, потому что этот поджим темки никто не контролил, хотя у тебя АВП. И два человека забежало без какой-либо информации. Ну да, если бы мидл был под контролем сразу же, заранее была какая-то информация. И никто в сторону нижней темки вообще не смотрел. Вот в чем проблема еще.
Ну вот как-то так. Не ожидали. Просто BIG не ожидали. Спаун хороший у нас у террориста, который стоит с АВП. Кто это у нас? Это у нас либо Тапсон, либо Смуи. Это восьмой номер, это Тапсон. И он будет, наверное, на лонку ходить под флешку. Пытаться пикнуть. Да, у него отличный спаун. Там даже не успеет игрок с хаешкой вовремя сыграть. Смуи пропускает двоих. И Тапсон. А раз. Да, успевает. Минус баня. И дальше пошел. Хороший красиво. Спаун. Хороший спаун. Отличный спаун. Два ВП в атаке, кстати говоря. Но это нестандартное решение, хотя Dust2 позволяет играть с двумя авиками, потому что дистанции здесь такие Кейнис, серьезные. Кейниса надо как-то... Нет, уходит он в плент. Под флешку пытались сейчас как раз Кейниса тут убить. Еще одна флешка. Выход. Тапсон. Попытка прочитать своего оппонента. Молик нужен на машину. Тапсон уже контролирует у нас плент и Смуи. Увидел пропрыгивающего экзистенса. Ой-ой-ой, ну что за реакция-то у этого парня? Британец прям, ух. Британец просто как-то раздает жестко. Чем хороший молик сейчас у нас будет по на мидл. Успел убежать отсюда экзистенс. И Кенни Ес, который работает у нас в шорте. Экзистенс. Там еще Некс отрабатывает по головам хорошо. Экзистенс, конечно, видит, получает блайнд, но достреливает Некса. 2 в 4 меньшинство для G2, и тут бы на сейф. А Губи уже в какой позиции? Здесь Смит стопчется, Смит погибает, и остается последний игрок на сети. По нему информация есть, Тапсон его закрывает без проблем. Не получилось у G2 закрепиться по раундам, хотя бы серию из двух взять было бы уже неплохо, там были бы проблемы. И ресет экономики у нас для команды G2. Это все очень плохо. Да, там, то есть форс... Около 6 тысяч было, но остальных... вообще минимальное количество денег. Галяк. Ну, там кто ставил девайс, снайперскую винтовку, он, в принципе, возможно, получил от тиммейта дропа, может быть, и кто-то, типа, и Кеннис не закупался сам по себе. Пауза G2. Сейчас будут как раз принимать решение, что им делать. Малик, наверное, сейчас там посоветует, как им быть, как защиту строить, что вообще, брать пистолет или сейчас закупаться. Ну, пока проблемы. Проблемы огромнейшие у G2 в защите. И проблемы у Кенниса. Вот о чем я говорил. Он очень нестабильный. Он не попадает именно... Теперь я тоже вижу, что попадание там с гульки нос. Буквально. Я даже не вспомню фрага, когда Кеннис кого-то убивал с ВП. Здесь, по-моему, пока не было еще. Вот я тоже так сижу и думаю. У него была 100% ситуация вот против игрока на зигзаге, но он просто получает хедшот сам, дает промах. Были там еще шансы. Но это экономически для G2, в принципе, логично. Получат они еще по 1900 в следующем раунде. Снайперская винтовка будет для Кенни. Очень быстро Губи занял у нас длину. Просто. Снова пошли пушить. И верхняя темка пушится, и мидл пушится. Ну, а BIG решили пойти по лонгу. BIG они просто не контролят. Они просто не контролят. Смоя, минус бади. Как раз по джемшарта сработал. И вот сейчас Смит может очень сильно порешать против... А Смоя готов, смотри, он уже смотрит. Да. Четко. Четко. Именно по таймингу он уже вышел и начал смотреть поджим спины. Все грамотно. Ребята из BIG просто будут уходить по лонгу. Прекрасно понимают, что там фул экономический, скорее всего. Ну, да, там какие-то диглы, ТЗшки, может быть, еще что-то. Может, у кого-то даже арморчик есть, вроде в лице Кенниса, у которого было огромное количество денег, как раз о 6 тысячах я и говорил. Mm-hmm. Ну и выход. Ну что, диглы, работайте. Шокс и Кеннис. Можете своей стрельбой этот раунд брать. Тапсон минус Шокс. Кеннис минус раз. А второго там очень... Падает 8 хп, его просто шьют там. Не по-детски 8 хп остается. Кеннис замечает, должен с одной пульки смотри, его забирать. Он живет-то еще, живучий Кеннис. Тапсон не попадает, причем Некс ни одной пули не попал, сколько он выпустил. Последний у нас экзистент, который в шорте. И здесь будет выходить сюда, заметили его. У него по 250, по-моему, или по 2000, по-моему, да? Да, по 2000. Океан с наклеечками. Ну, а какие варианты есть? Что-либо подобрать, может быть, кого-то подождать? Варианты у Кенниса должны быть, чтобы он начал реализовывать свою снайперскую винтовку. Но нет. 1-7, BIG. В одном шаге того, чтобы забрать себе уже первую половину на карте Dust2. И не стесняются играть с двумя снайперскими винтовками за атаку. Тапсон играет агрессивно, либо сразу там какие по позициям, да, он делает выходы там в шорт, в лонг очень часто. А Смой просто контролирует мидл, контролирует центральную часть карты. Играет таким опорником. Ну, на Dust, в принципе, играбельно так. Ну, а почему бы нет? Теперь же Губи с ВП. Внезапно. Быстрее на мидл, и опять Смуя выходит. Да, Губи с ВП, Смуя просто с хорошим респомом решил выйти. Тапсон, минус экзистенс. Этого парня стоим, просто все великолепно. И на пленте Б. Только один Смит. Кенес пытается смотреть в двери. Пошел врыв, а там спины, же спина, и Шокс не убивает спину. Что ж такое? У нас сегодня просто какой-то загадочный мидл, откуда никто не может убить спину. Ни Зевс, ни сейчас была попытка от
вообще никто не может. Никто с Муя находит свой фраг, играет опять же снайпер. Мейн-снайпер команды BIG играет с калашом. Я заметил, что Смуй тоже в последнее время не залетает с этим авиком. Именно Тапсон выруливает. Смуя хорошо сейчас отстрелил, на самом деле, в предыдущем раунде. Да, но просто я смотрю от игры к игре, что именно Смуя вот играет пассивную роль. Хотя Тапсон обычно стабильно мы помним попадает. Его. Да, Тапсон стабильно, а Смуя раньше был, он просто летал по всей карте, убивал людей, разворачиваясь на 180. Сейчас, возможно, взял какой-то отдых, возможно, практикует, не знаю, просто калашников, пытается понимать, что оппонент не самый сильный сейчас против них, работает и можно... Пытается выбивать. Кеннис минус Тапсон. И второго попробовать. Смуя на машине, от Смуя нельзя вылезать ни в коем случае. До последнего он будет ждать, будет переждать этот смог. Гобби минус Кеннис, кстати говоря. И последний бадди остается, который тоже здесь читает. Его просто Некс здесь присеть убивает и не дает никаких шансов. Второй авик, наверное, заберут. Да, забирает Смуя этот ТВП. 8-1. Пока в одну калитку. Пока вообще джиту на карте не видно. Мне кажется, их просто поломали вчера Астралис. Ну, как-то да, морально так навалили пацанам. Но получился только один фактически раунд у G2 на неожиданности, когда подпушили верхнюю темку и не смогли просто даже один размен, что ли, был у них в том самом раунде. Девайс на раунды не летят абсолютно, флешки полетели, пытались взорвать коробку, тут же вылетает еще и Шокс на Тизиана, еще и Кинес подставится вполне себе, даже может флешкой. Отлично! Хороший флеш. Супер флеш. И нижнюю темку наконец-то контролируют у нас ребята из BIG, просто не дают делать этот поджим от Смитса и Экзистенса, который они делают уже третий раунд к ряду. Там денег, посмотри, сколько BIG, по десятке у каждого. Да им чуть ли там уже не до конца игры будет хватать. Да, остается 5 раундов, поэтому... Я не вижу каких-то бэков для команд G2 Esports. Они просто ничего их не видно, как ты правильно подметил, не видно на карте G2. Они просто бегают и дарят возможность бегам, не знаю, потренить. Причем, насколько они агрессивно играют. Они просто бегут постоянно по мясу, да, по хедшоту вот этому. И вообще ничего не боятся. Сразу занимает либо мидл, либо шорт, либо также на лонг играют агрессивно под флешки. И от этого отталкиваются. Они просто играют на жесткую стрельбу с быстрыми занятиями определенных позиций. Глубоких позиций. Вот, сейчас также происходит у нас на шорте. Ну, Шокса, интересная позиция. Такая довольно нестандартная, хотя, по-моему, даже поменял. Сейчас выйдет на контакты, получает от Смуи. Вылетал смог, хотя, наверное, стоило запустить флешку. Кеннис прям пропускает флешку под мышкой. Бе минус бади. Все, шорт чистый. Просто да. Два человека. Да, план чистый, мало того. Здравствуйте, заходите. Приходите в мой дом. Мой план-то открытый. Ну, надо сейвить, уходить. G2 уже не надо терять девайсы. Да, у них, хоть и каждый раунд им дается по 3-400, но все равно. Да, они уходят на сейв, верхнюю темку. Я сейчас опять их, BIG их пойдут зажимать. Они не будут давать им просто так эти девайсы сейвить. На жесткие BIG... Ну, даже нет, не то, что жесткие BIG. G2... Просто я их не узнаю. Они как будто взяли какой-то небольшой отпуск и сидят с коктейльчиками, с зонтиками, с маленькими этими. Но G2 тоже нестабильны. Они очень сильно зависят. У них когда действительно день настроения, вот это командное настроение. Они в один день могут тебе так навтыкать, что думаешь, это G2 вообще или где? Ты понимаешь, Шокс не может тащить каждый матч, да? Кеннис, как мы говорили, уже нестабильный. Потому что если Кеннис нет на карте, ты играешь без АВП, просто без авика играешь. У тебя нету этого авика. Не тот, он попадает, там 2 из 10 нужных, важных фрагов. Да, он может там халяву собрать и так далее, когда будет на тебя убегать. Но именно когда вот нужно стрелять, именно вот от тебя зависит, от твоего авика, вот он не попадает. Вот такие, да, вот он собирает на тебя человека. Человека ты видишь, он выбегает, ты его там с пропрыжки, да, ты шаги эти слышишь, понятное дело, там навестись проще простого. Когда под какую-то флешку там или дым и так далее, или какой-то экстремальной ситуации нужно отыграть. Кеннеса нет, его просто нету. Ну, десяточка уже для BIG. Немцы идут очень бодро. Очень быстро раунды, нет каких-то холдов, ничего не боятся, пробуют, экспериментируют, и у них все выходит. А G2, опять же, напомню, ни одного девайса не взяли, только одна халява, потому что BIG не дочекали. Статистика по команде BIG. Последние 3 месяца процент побед 52% защиты, атака 48%. То есть плюс-минус одинаково на карте DAS2 себя чувствуют, что на одной, что на второй стороне. Да, у BIG неплохо все. Да, в принципе, BIG, у команды, не знаю, мне импонирует. Она реально включилась, она может бороться, она... В «Легенда» попала же, да, на мажоре у нас? Да, 3-1 не вышли, по-моему. Да, но они, по-моему, проиграли. Они проиграли колом. Колы вышли 3-0, а 2-1 BIG... или 2-0. 2-0 они проиграли, да, по-моему, колом. В общем, ну, молодцы. Ребята стараются, ребята растут. Это самое главное. Да. Но если на одном из мейджоров, по-моему, краковском мейджоре BIG взяли 3-0, и потом о них не слышно, не видно, то сейчас мы видим, что Кеннис, ну как так-то? Ну вот что это? Да что, смока не было потушить Кеннис? Или он сказал, пацаны, я сам?
Ты вспомни еще, что на краковской мейджоре было. Они играли Инферно, и когда был пропрыжка, и тебя не было слышно шагов. Да. А план занят, Existence, отлично. На X минус Бади. У Existence есть информация, что он где-то в шарте, его сразу молик туда полетел. Еще будет закрывать его смоком сверху, Смуя, со спины, Смит его слышит. Смуя перестреливает Смитса. И Смит вообще ему хп даже не потратил. Смуя еще минус Existence, но это все. Это шок. Все, все в твоих руках. Либо ты, либо никто. Минус второй. Давай третьего. Нет, третьего не получается. Не засолил. Некста игра все не идет. Он уже нормально настрелял. Своим у меня он все с самого начала как шел, так идет. 54, Гутапсон 16-6. Смуя тоже хорошо настреливает. О, Гобби, ну, капитан команды, координатор. Ну, хотя бы в минус нет, уже хорошо. Но команда G2 Sport 4-3-5-6-6. Такое себе. Когда у всех меньше 0-5 даже, это далеко не самая лучшая игра, но, по всей видимости, да, уже то, что происходит после игры с Астралис, видимо, там что-то щелкнуло такое. Но это форс для G2 Sport. Они будут пытаться реализовать все, что у них сейчас может быть. Три лонг. Тут у нас Тапсон пошел с бомбой. Миди. Шок минус лонг. Надо срочно выходить. И эту пачку пытаться забрать, потому что сейчас моментальная стяжка. А вот что, ну как так с пачкой-то выходить? Кто это у нас был, Тизин или Тапсон? Тапсон со снайперской винтовкой с пачкой побежал. Хороший молик, надо закрывать. Надо закрывать здесь двойными смоками чуть ли. Все, пачку забрали, и играть можно. Смуя. А тут Смит. Он не читает его, просто. Но он с пестиком, если Смит начнет мазать, будет неприятно. А можно, ну давайте кабанчика. Нет, это два уверенных хедшота. И не все потеряно, потому что остался в губе, остался Некс, у которого реально все хорошо со стрельбой. Кенис. Эх, не попадает как, в губе. Смотри, какой Кенис, юркий парень. Еще он авик скинул в сети. Да ничего страшного. И подарок такой, там ребятам. Там же есть у Смитса ОП. Ну, два авика, может быть, в защите в случае поражения команды G2 Sport. Некс стреливает, видят Кенеса. Красный губе остается, кстати. Вот ты какой, смотри, Кенис. А тут неплохо присылает, бомба, конечно, стоит, но Кенис приходит и добивает. Ну, наконец-то второй раунд для G2. Да. Но проблема, знаешь, в чем? Что им сейчас со следующего раунда могут экономики сломать. Да это уже не суть важно, потому что два раунда остается до окончания половины. Ну, а даже, подожди, да, два. Ну, в последнем раунде ты просто на форсе будешь играть. Ну да. Хотя нет. У них с деньгами все неплохо. Сейчас, да, докупят чуть-чуть. Ну, Маус Хероик. 4-0, Трейн. Ну да, одна из сильнейших карт Маус. Там. Ну, в принципе, хотя и Хероик тоже, но на Трейне мы сегодня видели их и против Нави. Они не жестко демонстрировали нам. Сколько там было? 16-9? 16-9, по-моему, они их закрыли. Ой-ой-ой. Смуя, хороший еще и Кенесу присылают. Бодрик. Топсевич, что ты вообще вытворяешь? Хватит. Сверхчеловек. Убери, че ты. Может, из Индии? Ну, если бы это была, не знаю, а есть Биаджо Индия какая-нибудь? Может, там тоже присылали? Ну, ты слышал, да, эту историю про оптиков? Да. Которые состав купили индийский, а там парень приехал на лан играть с щитами. Но там же уже была какая-то стадичка. Ну, сейчас осмотрим, расскажу. Смуя не подставляется, что-то проблемы с Аимом у Шокса. Так, помогает. Existence и Бади. Бади на длине. Тапсон минус Existence. Последний тоже видит, но тут 4 ствола, просто 12 раунд копилку. Слишком легко, что-то слишком просто. Gaming. Так вот, там уже по некоторым инсайдам готовы встречать этого игрока в Индии, в аэропорту, или там где-то по месту жительства. Некоторые люди из сообщества индийского, чтобы рассказать, что нельзя с читами играть. И какой-то рекомендатор, что ли, они сказали, что нельзя так. Люди, опомнитесь. То есть хотят прям очень жестко объяснить этому игроку. И при том, что, насколько я помню, в этой команде был один немец. Там было сначала 5 индусов, потом еще один немец добавился к ним, в команду. Забирает здесь Шокс, Тизина, флэш по флешке. Шокса здесь шьют, но Шокс уже на перезарядке. Смок ушел, сам слепой, ничего не понимает, что происходит! Что за кругаля? Что за хоровод? Убейте! Бади приходит на помощь. Мы его должны здесь тоже забирать, да, затыкали просто здесь два человека. Ну, это жесткие хороводы какие-то, Тапсон минус Кенис. Два человека стягиваются, один сити, другой шорт будет у нас от ребят из команды G2. Ну и попытка. Там две ЦЗшки. Там нету никаких автоматических девайсов. Ну тут действительно лонг был естественно, под угрозой. Флэш ему дали, но Тапсон контролирует. И последний Смитс у нас на апленте. Сейчас, я думаю, его тут зачекают. Ну, должны его разменить. Хотя два ОВП, может, но одного можно забрать. Губи битый. Губи красный. Нет, но все-таки нет. Губи его забирает. 13-2. Первый плейн просто в салат. Там даже шансов не было. G2 нет никакой игры вообще. Да, и опять же вспомню, какие раунды нам показывали G2 Esports. Один поджим с
с пестиками был, и второй там более-менее как душа в теле. Опять же, за счет того, что BIG сами пачку залетели, да, отдали пачку, потом еще один вылетел, тоже подставился. Вот только из-за ошибок BIG G2 смогли взять. В одном моменте не чекли, во втором просто сами подставили. Все. Другого BIG G2 ничего не показывали. Хотя попытки были, у них укрепление ланга. Вот этот, была попытка, вот этот очень жесткий флекотизина был. Ну, тут вообще играют фактически все из команды BIG, ничего не стесняются, денег куча, но все равно берут фармганы. Флешка классная была на тиммейта. Шакси тоже, Ришар как тут раздает, ну а тебе еще сюда иди. Ришар, ну, получается. Папьон. Статистика по команде G2 после раунда 18%, побед 61%. Но пока мы не выделили от них пистолетного раунда выигрышного, возможно, сейчас будет тот самый шанс и камбэк, потому что без пистолетного раунда, но это форсы до окончания игры. Потому что других вариантов нет. Ну, типа, ты экономируешь, у тебя уже 15-2 счет, не в твою пользу. Ну да, не, ну, пистолетка и для бегов, и все. Да. А там какой-нибудь один раунд зайдет. Тут все равно, тут как бы, тут очень большую серию раундов с этой экономикой трудно набирать. Ну и то, что мы видим от G2, мы от них не видим ничего, то им крайне сложно. BIG решили сыграть в два саппорта, три армора, дефиз киты и полетели. Ну, не получается. Помощи нету. Вот это я... Флешка-то великолепная, но все прыгают, опять хороводы возле синего. Нужна хелпа. Нужна помощь срочная. Смок хороший. И полетели тут давить. Красные у нас ребята, Тизиан вместо Экзистенс, что забирает у нас все-таки губи, минус Тизиан, ну давай, нужно тащить эту пистолетку, в спине у нас еще Тапсон, который на воке проходит, пачку забрали, должен вот здесь Бадди, ну тут в тень, он в тень упрется, да, тень, из пачки, ой, из банки выходить очень трудно, ну пистолетка за G2, надеюсь, смотрим на Экс. Он, конечно, попытается еще вытащить. Очень трудно разыгрывать. Он знает, что он за машина есть игрок, он очень битый, может даже не по голове попасть разочек. Но его тут должны замыкать в кроссфайре, стоит в смоках. Очень похожий раунд, как был... Подождите, не, пока не очень похожий. 24% здоровья. Просто Шокс открывается, две пули. И давить. Так. А ну, там еще Бадди. Бадди из ямы. Он, ну, вынуждал как раз Некса выйти на эту рампу, чтобы его Бадди забрал. Ну, 13-3 играть можно, но у G2 есть такая проблема, что они очень много форсов выдают. Да. Ну, форс, когда это будет сейчас. Скорее всего, экономически. Потом снова мы увидим девайсы. То не знаю, могут себе позволить, на самом деле, BIG форсануть. Смотрим, что у них по бою. Нет, все-таки экономический. Только по 250 усмуи. Авика не предвидится. Некс тоже не сможет позволить. Хотя нет, Некс может купить себе авик, но Некс ВП не стреляет особо. Не видели мы подобного. А так у нас двое мидл от BIG. Двое находятся на планте. Ну и один товарищ на точке Б. Собственно, просто пообщаться, просто, не знаю, подумать о жизни. У них вариантов еще здесь куча. Огромная просто такая куча. Прозвучало двусмысленно, но... Губи минус. Забирает его Шокс на лонге. То есть выход сейчас поджим. Миды какой-то. Вот, да. Тапсон пытается с экзистенсом стреляться. Кстати, в голову, по-моему, попадает. Вот, на экс минус Кеннис. Можно еще на меди зажать. Это пачка выпадет сейчас у экзистенса. Да, так и происходит. И нужно сейчас девайс. А это Калаш и Галил еще. А это Калаш и Галил. Здравствуйте. И вот сейчас, если этот раунд отдадут, это фул экономический. Нет, здесь Бадди все-таки подходит. Забирает кого? Тизин, кстати, с Калашом. И будет работать сейчас, если по миду хорошо проработает. Но его там будут ждать. Ну, ждет он зигзаг, и с нижнего тоже ждет попытка прострела. Есть хороший хэдшот. Смуя тут же на контакте. А там на самом деле один скаут. Увидел. Тизен еще одного забирает. Шокс последний. Но Шокс такие раунды нужно давать, парень. Ты эту команду тащишь. Все, он бомбу все забрал. Можно Шокс действовать. Но, опять же, для BIG появится возможность подобрать два девайса. А это будет ретейк. Это будет ретейк. Да, 100%, они, конечно. Они 2 в 1 играют, 20 секунд Шокса остается. Пачка будет останавливаться на... сайт вообще. Он не будет из сайда выходить. Почему-то второй девайс решили не подбирать у нас ребята из бегов. И может быть, на самом деле, это будет плохо. Ну, смок, смотри, еще есть для Тизена. Отдают девайс Смую. У него больше процентов здоровья. Смотрим на Шокса. О, видели голову. Погибает Смуя. Нет девайса. Ну, а теперь вариантов не так много. Ну, да. тащи, Шокс. Ну, минус 4 девайса. Это очень плохо. Ну, то есть, да, если смотреть по деньгам, 3250 Смитс, у Кинеса не хватает на то, чтобы закупиться. То есть, бай будет посредственный очень 4 сильно. 4 юспа, 1 по 250. И да. Вот мы чуть ли не отдали раунд.
Это было очень сильно. От BIG и очень слабо. От G2 прям очень. Это просматривается на протяжении... Тут еще и снайперская винтовка появляется для Смуи. Насчет того, что он наклепал на экс-фрагов. У него и так денег оставалось. Тут еще плюс 900 тебе, здравствуйте. Да, с процентов в Кеннис остается. Очень жестко его пробили. Еще очень жестко поговорил тут Шокс. Смитс уже выходит по миду. Хороший, хороший выпад, на самом деле, Смуя. Ну, плохой Смок в миде лежал. Да. Как-то не закрывал он полностью ворота. И можно цепляться. Тут же ту сейчас за этот раунд. Губи у нас в шорте. Тоже можно его забирать под флешечку какой-нибудь. Ой-ой-ой-ой, с гранаты открылся. История с Зевсом. Такая же. Next. Сити. Тапсон, чекай. Некса тоже тут забирает. Тапсон последний остается. Его тут затыкают. Давай, Иван Тапсон. Пробираются у нас ящики еще игроки на команды сейф, BIG. На да, ну, снайперскую винтовку нашли, Тапсон тоже бежит уже. Ну, сами на беге спокойно могли забирать, потому что не очень крутой бай на самом деле был у ребят из G2. Вот этот на миде халявный фраг, потом погубив, в шорте тоже халявный фраг. Видит. Что, выбивать пойдут? Настолько, да, чё им? Настолько наглые. У нас с экономикой так все классно, да? Мы пойдем выбивать. Давай. Сейчас у вас еще посчитается, как Шокс. Да, минус там первый. Еще и Темочка будет контролироваться. Смитс попробует, конечно, открыться, найти. Кеннис тоже пошел 20-хиповый сражаться. Ах, промах от Тапсона. Ну, такое тоже бывает. Тапсону очень больно. Половину хп уже отъели, ему отрушили. Простел, смоки. Вот ставы слишком... Ой, сейчас, ой, как плохо. Спину надо держать, спину. Они с смоками просто спрячутся и... Нет, да, снайперскую винтовку теряет М-ку почти. Надо было убегать в эти самые смоки. Вероятнее всего, но побоялись, что там будет кто-то еще за этими смоками, поэтому не рискнули. Хотя, наверное, стоило запускать М-ку первым номером и дальше уже прыгать в снайперской винтовке. А пока 13-5. Ну, какие-то такие попытки, даже не знаю, они невнушительные, теряют очень много G2, даже как-то экономически у команды BIG. Смуя просто в танце ворвался на этот лонг, разбрал Шокса. Ну, про смену этому раунду. Тапсон слышит, но рановато, мне кажется. Чуть-чуть. Ну, решил на таком на неожиданности выйти, чтобы как раз в типа тайминг, чтобы чекать машину. Mm-hmm. Ну, да. Теперь тоже можно смело ставить эмочку. 2-3 ситуации, коллаж должны подсейвить сейчас с ланга, так и происходит, Некс его сейвит, и могут и попробовать, если честно. Там всего лишь 3 коллажа, Некс, минус лонг, и вот это уже неприятная ситуация, просто тебя с двух сторон будут зажимать, сейчас если Тизен экзистенса минуснет, а он может это сделать, экзистенса, а ты нет, стрельба пошла все-таки. Стрельба пошла, ну и теперь Некс, последняя война против испанского, но... Не получается, понимаешь, нужно убежать на сейв хотя бы этого калаша. Все-таки не дефьюз китов, еще нужно второго найти и перестрелять. Такая задача довольно сложная. Но опять же, много девайсов. Да. G2 у нас теряют. Это очень, на самом деле, очень не очень. В экономике-то у них все не так гладко. Да, поставили пачку, выиграли раунд. Сейчас все прибавится. Но так пару раундов еще отдать. Даже если сейчас мне дают раунд, деньги будут только у двоих. Ну да, сейчас полностью закупится. Там с деньгами останется G2. Побед на карте 55% из 9 карт. Ну, умеют G2 эту карту играть, но что-то вот конкретно сегодня... Может быть, разгоняются постепенно, как те же самые Na'Vi. Но... Но тут как бы ты с 13-2 начинаешь разгоняться. Это очень... Неприятно, конечно. Очень и это не денюк. Как бы, и ты не в защите. Да сейчас нюк можно. На самом деле такое тоже, там из-за атаку раундов можно большое количество набрать, это уже не 1.6, да, где с 15.0 ты 15.15 мог делать. Ставки от нашего партнера 1.05 и 6.61 предлагает там лига ставок. Ну, я бы не поставил на G2. Ну, хотя... Вот если бы BIG были в обратной ситуации 13.6, я бы еще подумал в этом отношении, а так нет. Молли взлетает, 20% хп у Тизина остается, Смуи, то есть... И тут вот они, первые птички. Первые птички. Слепой же. Почему он не открылся? И еще от третьего. Ой-ой-ой, Кеннис мажет. Ну вот в таких ему ситуациях нужно попадать, а он не делает это. Шокс, минус Тапсон. Пачка валяется у нас. Увидел он Тизи, она как будет смотрит мидл, просмотрел, чтобы его здесь не поджали случайно. Но... там еще хорошая позиция Губаби. Если пойдет Шокс через темку, то ему вафли.
Очень плохо, что разошлись, на самом деле, у нас ребята из BIG, потому что Шок сейчас может найти и одного, и второго. Сейчас, если Тизин по таймингу не сработает, нормально. Все, Губи смещается нормально, чтобы на перекрестный огонь действовать. Флешка залетает. Еще одна флешка залетает. Прошел уже Шокс, но Тизиан очень грамотно вышел. Еще заставили снайперскую винтовку у нас как раз для Смуи или Тапсона. И 14-й раунд забирают у нас ребята из BIG. Да, прям здорово. И опять же, как мы говорили, там на девайсе остается буквально у пары человек. Кенес и кто-то еще. Так что не так много приятных новостей для G2 Esports. Приятных новостей вообще нету. Потому что они проигрывают со счетом 14-6. Первый половину надо было лучше играть. Потому что, ну, 13-2, конечно, их очень серьезно закрыли за атаку ребята из BIG. Поднять щит за безлимит, болеть своих самым быстрым мобильным от Мегафона. Если хочешь новых компьютерных, новых эмоций от любимых компьютерных игр стримов, добавь остроты с БК-лига ставок и стань участником настоящих сражений. Пауза у нас от G2. Сейчас будут решать, что делать, потому что, по-моему, у них не все так гладко. Я MP5 уже вижу. Ну, там уже на все подряд раскидали же, на что. Калаш вижу. Там, по-моему, даже какие-то пистолеты. Калаш, МПшка, да. И пестики, все. Два тека, ЦЗ-ха, калаш, МПшка. Ну вот, о чем потому мы говорим. Потому что Кенис мог купить себе что-нибудь типа скаута. Да, 500. Мог себе Галил купить. Или как вариант Галил, да, с одной флешкой. Но почему-то Барри зашелся, Шокс тоже 1400 на руках у него осталось. Не очень понятный бай. Если уж форс, то форс на все. Если вы проигрываете, то как бы вам все равно денег не особо хватает. Губи очень жестко пожал коробку, там вплотную встал, поэтому могут сейчас спокойно делать усиление там мида или усиление бэплента. Что Тизин, все, это выход, выход, выход. Побежали, побежали, побежали. С калашом. Как тут Тизиан крутится, а все-таки находит для себя еще одну цель. Тут же с АВП Смуэ не мажет, Барри дает только один размен. Кенес и Шокс остаются вдвоем. Есть фраг от Шокса, Некс тут же моментально дает свой фраг. И Кенес последний с калашом, есть бомба. Но он один в три. В этом главная проблема. Кенес. Заметили его. Красный совсем остается. Хороший хэдшот ему вешает здесь Некс. И просто с одной пульки с Юспа забирает 15-й раунд для своего коллектива. А что это был за форс такой? Тут даже если ставишь бомбу, тебе не всем денег хватает. Это был типа на выигранный раунд. А-а-а. Типа, ну раз так, то конечно. Типа выиграем, по максимуму закупились. 26-10 играет Некс, 21 и 21 килл у нас у Тапсона и Тизиана. Очень ровненько. Идут 21-3-12, 21-2-12. Тизин и Тапсон. Два брата-акробата. Ну и последний, наверное, очень быстрый будет на бэм. Все, Смуэ все слышит. Смуэ будет замыкать все это. Там еще через молотов поперли. Куда? Все. Ну куда по одному? Ну куда? Ну все, это... Закрываем! Закрываем эту карту, господа. Хотя Кенис минус Смуэ, Смитс минус Тизиан. Два это красных. Два... Ох, тут отпружинил молотов. Неприятно очень. Ну, Смуэ видел уже Смитса. Да. Пачка падает, последний остается Кенис. Я в этого парня, честно, не верю. Да. В принципе, что он и доказывает. 16-6. 16-6, разгром. Могло быть хуже, но G2 поборолись. Чуть-чуть поборолись. Взяли чуть-чуть последний раунд и смогли взять себе хотя бы что-то. В атаке показали 4 раунда, в защите только 2, и это ничего. Я думаю, что на кэше должно быть немного иначе. Может быть, даже в обратную сторону. Хотя BIG показали класс, а вот G2 расстроили очень сильно. Но все это мы узнаем буквально минут через 10-15. Соответственно, вернемся на Декэш. И вместе с Сережей мы посмотрим для вас, с вами, финальную карту сегодняшнего игрового противостояния.